Здравствуй, твою мать! Пошла отсюда! Ролик основан на реальных событиях, не так давно произошедших со мной. Буду очень рад, если досмотрите это видео до конца и отнесетесь к нему с легкой иронией. Приятного просмотра. Задолбало все. Цены-то как выросли. На инструменты 1,5-2 раза. Клей, шурупы, лак. А вот это стоит 1000 американских денег. А здесь всего 3 куба. Брошу все нахрен. Уйду в пастухи. Ну а что, ни клят, ни мят. День отстоял, денежку получил. Опять же природа, свежий воздух. Большие города. День второй. Первый как выдержал, не знаю. В 7 утра из тени уже не выйдешь. Хорошо помощника взял. Я теперь какой-никакой, а руководитель. Воу-воу-воу-воу-воу! Чё тебе надо? Иди! Иди вон к остальным. Ты куда прёшь? Тенечек попрятались. Конечно. А я только 7 часов. Комары. Ну вылазь оттуда. Я шо, одну пасти буду. Пошла. Да. Иди. Иди. Иди к остальным, дура. Куда ты пошла? Давай, давай! Да и ничего сложного. Сука. Если б не комары. Вообще было б шикарно. А вот это терн. Зеленый еще. Вырастет покрупнее, будет что-то типа сливы. Только терпкий на вкус. На Кубани такого добра много. О, началось движение. Куда вы? Куда? Только 9, уже пэч его. Божьи коровки и правда больно кусаются. Куда? Стоять! Солнце уже печет, а только начало. Жарко тебе, девочка. Это же, как жарко. Дикая акация. Это у нее семена такие. Вот такие колючки, шипы. Такие в банях вместо гвоздей используют, чтобы не прогнивали, не ржавели. Красота! Девки, за мной! На водопой! Переходим! Переходим, переходим! А еще водички надо накачать.
Это ну-ка рычатка. Ах ты, мать твоя. А, не по старшинству подошла пить. Шелковица беленькая. А вот и черненькая. Есть все-таки небольшие плюсы в деревне. Ёбаное солнце. Обеденный сон час. Всем спать. Ну а что, главное семечек побольше набрать. А так-то почти можно. Сука, задолбали уже эти семена. Уже бы комод бы дострогал. Куда ты поперлась? Привет, как дела на личном фронте? Быки в селе есть? Как удои? Потихонечку? Ну, бывайте. Ну да, с помощниками-то оно получше. Давай воду. Ковбой. С помощниками-то оно всегда легче. Что? Качай, качай! Спасительные тучки. Да вообще тут кончились жара. Коровы из леса и не выходят. Там где-то попрятались. Уже бы отшлифовал бы комод. Не, нахер эта пасьба. В столярочке-то попрохладней. Где ж моя мастерская? Вот так вот. Здравствуй, твою мать! Пошла отсюда! Твою ж мать! Фу! Еще пока мышам побегать. Ай! Фу! Фу! Хотя у людей потяжелее работа бывает. Особенно без кондиционера. Как в парилку сходил. Девчули, чуть-чуть осталось. Терпим, терпим. Вот так. Девки, домой! Давай! Ну вот и закончен этот долгий, тяжелый и жутко жаркий день. Сейчас скотину догнать в станицу. И все. Пошла! Эй! Эй! Мастерская моя родная. Куда же я отсюда денусь? Хорошо это там, где нас нет. Так что подписывайтесь на канал. Ждите новых роликов. Всем добра!